НАСА наблюдает потепление Земли и повышение уровня моря. Какова связь между этими явлениями? Так же, как ртуть в термометре, вода расширяется при нагреве, и мировой океан абсорбирует более 90% тепла от глобального потепления. Это очень много. Повышение температуры воды также вызывает таяние большого количества льда, и эта талая вода оказывается в океане. Ребенок, родившийся сегодня, может ожидать, что в течение его жизни уровень океана поднимется на 1-4 фута. Только в Соединенных Штатах почти 5 миллионов человек живут в пределах 4 футов над местным уровнем высокого прилива. Это может означать увеличение наводнений от штормовых волн, и по мере роста уровня океана его соленая вода может смешиваться с нашими реками и грунтовыми водами, из которых многие люди получают пресную воду для питья и использования в сельском хозяйстве. Таким образом, нет сомнений в том, что уровень моря поднимается, НАСА может измерять его из космоса. Какие меры мы примем в этом отношении? Некоторые общины предпринимают шаги по адаптации, а другие работают над устранением причины глобального потепления. Это большая проблема, но мы должны ее решить, потому что старая добрая Земля – это наша единственная планета.